и подкрепиться. Сюда приезжают люди со всего мира, приезжают и также люди из-за границы. Вот так работает центр Верония. Мы открываем нашу сегодняшнюю юбилейную программу. Мы поздравляем прежде всего всех вас, дорогие друзья, которые вы в течение этих 5 лет приходили сюда за товарами, для которых торговый центр Верония стал привычным местом, где можно купить то, что необходимо в вашем доме, купить подарки, купить продукты, купить одежду. И, естественно, мы ждем вас не только сегодня, но завтра, послезавтра и в дальнейшем. Надеюсь, что мы также весело отпразднуем и 10-летний юбилей. А сейчас, Фрэнкин, перейдем к нашей концертной программе. Что за праздник, что за юбилей, если не звучал песни, нет танцевальных номеров. Пускай наша рука...